Всем привет, с вами Вортик. Сегодня будет обзор на новое обновление WarTycoon. Очень масштабное обновление у нас вышло. Вышло трейды и вышел новый самолет. Это самое главное. И вышла физика самолетов нормальная. И, кстати, вот эта вот штука, они сделали более ее приятной. Наконец-то тут не ракальная какая-то картинка, а нормальная такая обычная штука, чтобы, там, не знаю, закрыть что-то, открыть. То есть, смотрите. Вот это вот красивее стало, видите, вот оно теперь зажимается красивенько, и также добавили скины, вот. Как видите, я свои медальки почти все потратил, в видосике мы откроем каждый из этих скинов, посмотрим, что из них там выпадает, и также добавлю инвентарь, но сегодня мы это все посмотрим. Давайте начнем с самого главного, с самолета. Почему самолета? Потому что самолет это главная штука обновления, ну как, для меня главная штука обновления. Также потом попробуем с кем-то затрейдиться, попробуем. И, кстати, я только что заметил, что вот этой штуке были выемки под вот эти штыри, или как они. Да, я такой, извините меня, немножко надушнил, но бывает, бывает. Так. Спавним самолете. Кстати, он стоит 1 100 000, вот этот F-16 Falcon. Вот такие у него характеристики, очень близкие с F-кой, очень близкие. То есть 4 ракеты и 2 бомбы. То есть 20-миллиметровый автоканон, тут 25-миллиметровый, тут сильнее. Ну, ясен пень, что сильнее, конечно, но в принципе самолет довольно крутой. То есть очень классный конкурент F-14 Tomcat. То есть сейчас вот эта машина намного лучше вот этой F-14. Смотрите, даже по заданию, сейчас я вам покажу. Destroy 60 enemy planes. Это намного сложнее, чем уничтожить сколько? Ну, вертолеты, короче, вы локоты можете просто спавнить и вот так вот уничтожить. Что ж, не буду томить. Спавним. Вот так вот он выглядит. Очень красиво, ребят. Вот по сравнению с F-4, он, потому что это самый некрасивый, как по мне, и с текстуркой. То есть текстурки очень размазанные. У F4. А тут они очень красивые и очень гладкие. Также добавили вот такие вот анимированные скины. Но мы их рассмотрим позже. Тут 2 бомбы. То есть бомбы с F-ки скопировали. Ракеты обычные. Тут такой номерочек. Тут, в принципе, такое сопло. Такие вот шассишки. В принципе, больше сказать нечего. Так, давайте заберемся. Надеюсь, я не буду. И, кстати, посмотрите на толщину крыльев. Они невероятно тонкие. Потому что, смотрите, толщина крыльев у F-ки, это не крылья, это какие-то болванки. И полетели. В принципе, он летит быстро, капец. Но медленнее, к сожалению. Убираем шасишки. Максимальная скорость у нас 300-310 км в час. Да, все-таки, ну, 310... 290, где-то такая. Также посмотрите на эту физику. Теперь она очень красивая. Теперь самолеты ворочаются влево-вправо, как хотите. И самое главное для меня в самолетиках, это вот это. Это сальтуха, ребят. Сальтуха. И теперь давайте проведем эксперимент. Что будет, если сбросить бомбу в таком положении? Пам! О, они полетят нормально. Только как они через крыло прошли. Ну, ладно, это не суть. В принципе, физика самолета мне очень сильно понравилась, очень сильно зашла, потому что посмотрите, как это все плавно и красиво. Реально, стал варнинг у нас. Посмотрите теперь, как самолет тормозит неохотно. Посмотрите, насколько неохотно он сбрасывает скорость. И теперь на стрелочке не выйдет настолько быстро это, ну, разворачиваться, так скажем. А теперь быстрее разворачиваться вот так. Ну, вы, конечно, можете вот так вот, но это будет немножко замедлять вас. Одна бомба снимает вот столько щиту. Пулемет. Давайте сейчас мы потестим. По-быстренькому дистанцируемся. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Так, самолет мы, в принципе, посмотрели весь. Итак, F-16, вот он. Вот такая вот на него заданочка, довольно быстро выполняется. Давайте дальше пробежимся. В принципе, будем бегать только по вот этой штуке. Что у нас добавили? У нас добавили кейсы за медали и за обычную валюту, ну, деньги, вот такой вот скин. Тут содержатся вот такие вот скинчики. Теперь давайте объясню, что это вообще такое.
И также у нас переставили вот эту вот футболку вот сюда вот. И появилась вот эта штука. Мы скоро туда заглянем. Итак, давайте, например, первую пушку там посмотрим. Теперь у нас скины... То есть, если вы раньше имели один скин, то вы могли его на все оружки одеть. Ну, это не касается вот этих. То есть, вот эти можно на абсолютно на все оружки. То есть, они постоянно, так скажем. Они у вас никуда никогда не пропадут. И то есть, да. И смотрите, у меня раньше вот этот скин был. Я его мог одеть, например, на фау, и там что-то... А, нет, стоп. Давайте сейчас примем вот эту штуку. Вот, смотрите, карбон, он давался за 100 убийств и на все пушки. А, нет, не на все пушки. Блин, я ошибаюсь, короче, ребят. Просто сейчас немножко понерфили скины, что не очень стало удобно их юзать, но зато реалистично. Так, 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 так. Куда я встал? Смотрите, теперь у нас... Есть анимированные скины, и посмотрите, насколько они офигенно выглядят. Также можно им цвет изменять и сделать вот такой вот матовый. Он не как полимер, он темнее и матовее. То есть, смотрите, вы можете сделать вот такого цвета, вот такого. То есть, скин очень-очень классный. То есть, мне очень он сильно зашел. Не знаю, как вам, но посмотрите, это просто красота. Вот, так что можно шоп сразу открыть. Есть еще такой Blue Gem. Он просто, мне кажется, самый красивый скин анимированный, потому что он такой лайтовенький, вы можете любой ему цвет, ему любой абсолютно цвет подходит. Смотрите, вот остановите на нужном цвете, если вы хотите какой-то рассмотреть подетальней. Ну, то есть, действительно, очень офигенный скин. Вот просто уважуха за это ребятам из, так скажем, дев-компании Gizmotica. Также тут вот такой скинчик новый добавили. Веб, паутина... Нептун, не знаю, был или нет. Ну, в общем, вот такие вот скинчики. Сейчас я покажу вам по очереди. Такой скин, вот такой. Кстати, тоже очень красивый. Фракчур. Дерево. Дерево, ребят. Теперь можно из любой пушки. Смотрите, раньше у нас дерево было только на АК-47, Драгунове. Вот этой вот пушке, Карике. Ну, то есть, довольно... То есть, смотрите. Нельзя было древесину выбрать. То есть, не было такого скина. Теперь же мы можем выбрать абсолютно любой скин. Сейчас я, например, на вот эту пушку перейду. У нас 22, например, вот это сейчас на складе, так скажем, баллончиков с краски лежит. Теперь у нас 21, то есть мы не можем на другой применить, когда у нас на вот этом стоит. То есть у нас не будет больше 22, если мы с этого не снимем. Очень офигенно, то есть, смотрите, теперь мы можем сделать максимальную имитацию дерева, что ли. И мы можем сделать вот так вот, имитацию железа. То есть мы можем любую пушку, или вот так вот, или вот так вот. То есть смотрите, мы можем сделать любую пушку под вид, типа как ВВ-2. То есть как коряк, то есть по заводскому состоянию. Ну, у меня перекрашенный. Например, не знаю, что у меня там не перекрашено. На, это тоже перекрашенное. Ладно, допустим. Вот, то есть, вот такого вот какого-то стиля сделать. Ну, то есть... Красивенько очень даже. Смотрите, и даже одеваем сейчас вот здесь вуд. Нет, вот тут. И вот это мы снимем. Это мы снимем. И тут секондари. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит оригинальное дерево. И вот так вот выглядит, ну, поддельное дерево. И вы можете сделать его абсолютно идентичным с помощью гамма-кастомайзера. Посмотрите, это чуть-чуть светлее, чуть-чуть, ребяточки. Так что пользуйтесь на здоровье. И также у нас тут появилась кастомизация М17. Или ее не было, или она появилась, я даже и не помню. Ну, в принципе, теперь можно сделать вот такой вот пистолет. Ну, в принципе, мне кажется, никому это не надо, но все. Стоять, я же это применил. Фух, блин, я думал, все сейчас... Все, конец тут, пи-пи-пам-пам. Так, короче... Так, что у нас еще добавили? Кейсики. В них можно выбивать скины. То есть, если вы выбили один скин, то есть, условно, это баллончики с краской. Карбоновый баллончик с краской, я так буду их называть. Вы выбиваете один, и вы имеете возможность только на одну пушку нанести этот скин. Если вы с нее уберете, вы можете на любую другую. То есть, примерно как-то, я думаю, понятно. То есть, давайте сейчас один любой кейсик откроем. Нам выпадает, например, вот эта штука. Вот, спиногейн можно или просто конфирм.
Она у нас и так примется в инвентарь. Также тут можно 5 спинов. Сразу же это раз, 1, 2, 3, 4, 5. То есть, что вам выпадет? Ого, какой красочный набор, слушайте, офигеть. И что? Можно 10 открыть. Да, это для супербезбашенных, и это будет красивенько смотреться. Смотрите, что нам выпадет сейчас. Блин, я еще хочу. Еще хочу. Ну, выпади, пожалуйста. Выпади. Пожалуйста, кизмоток, не зажмоть. Не зажмоть. Не зажмоть, пожалуйста. Дай скинчик. Ну ты посмотри на него. Дай, пожалуйста, пожалуйста. Дай, пожалуйста, скин. Ну. Ладно, это какой-то, короче, суперскам. Также можно за деньги открывать. Это дефолтные скины, которые у нас раньше можно было выбить. Ну, в принципе, за деньги можно просто вот так вот крутить. Ну, то есть мы можем выбить очень много скинов. Смотрите, просто мы сейчас выбьем столько. Не знаю, вам столько скинов могу дать. Просто на все пушки дерево наклеить, ё-моё. Так, давайте каждому по одному. Что у нас тут выпадет? Такие скинчики, ну, такие. Обычные, так скажем. Абстракт кейс. Мне кажется... Он мой самый любимый, потому что тут самые красочные скины, то есть самые такие классные. Ну тут... Ну ты посмотри на этого кизмотика! Ладно. Blue Case. Он тоже довольно красивый, он просто синенький. Итак, нам не выпало ничего особенного. Итак, что мы еще не открыли? Рептилия Кейс. Рептилия Кейс тоже заслуживает места быть, потому что тут... Прикольные скины, но, так скажем, прикольных скинов тут всего 5, потому что 1, 2, 3, 4, 5, почти все разнообразные, в кавычках, да-да-да. Так, этот мы открывали, давайте этот еще напоследок откроем и пойдем в трейдинг плаза. Ну, в принципе, давайте сейчас покажу, как смотрятся вообще эти красочные скины. Вот. Вот так вот смотрится, например, если ой-ой-ой. Что-то тут не так. Или так? А, не, все так. Блин, ну, ребят, посмотрите, как классно это смотрится. Просто, это невероятно, мне кажется. Этот скин будет очень сильно цениться. И мне не нравится в разработчиках то, что они обесценили карбон и дамасскую сталь. Потому что раньше для дамасской стали, если вы пересмотрите мой ролик про FFA, у меня там был барет, у меня там было 100 кило вроде с дистанции больше 45 стадов и больше 100 кило. Ну, короче, была очень крутая пушка со скинами, ну, довольно достойными и, так скажем, ветеранскими скинами. А сейчас это просто обесценилось. Каждый теперь может покрутить вот этот вот кейс, который, не знаю, там, например, смотрите, раз, сейчас, вот, я уже выбил карбон. Считайте просто за 5 секунд. У меня есть уже, ну, так скажем, красивый скин, который раньше надо было, я могу столько долбиться, чтобы его получить. Так, давайте пойдем теперь, смотрите, как красивый экспа. Ну, согласен, пока что некрасиво, но в будущем я ее сделаю красивее, обязательно. Так, пошлите в трейдинг хаб. Сразу скажу, что это телепорт, трейдинг хаб, и у нас тут... Очень все классно сделано. То есть я пока что тут особо не ознакомливался, но посмотрите, как тут все круто. Тут у вас есть свои скины, которые вы выбили. Ваши деньги, то есть... Ого, я тут самый богатый по медалям. А, нет, не самый богатый. А, не самый богатый. Блин, кизмоток, сделайте нормально все, нормальный лидерборд. А, и тут можно покупать. Что? А как... Ну ладно, ладно, ладно. И, кстати, снизили они цены на медали или нет? Не снизили. Вот козлы, ребят. Набираем. Сколько? Давайте. 100 лайков. Я куплю вот этот набор. 200 медалей за 1500 робуксов. Давайте, действуйте, короче. Так, давайте сейчас посмотрим. Трейд. Например, с кем-то вот этот трейд. А, это тоже человек трейдится. Вот этому кинем. Так. Он отклонил мой трейд. Вот этому кинем. Так, это тоже отклонил мой тренд. Да ё-моё, что ж меня все отклоняют? Отклонил, блин. О, смотри, я тебе дам вот этот скин. О, и вот этот скин.
Что ты мне за эти дашь? Посмотри, я тебе могу дать 5 вот этих вот и один вот это. Что ты мне за это дашь? Блин, что там? Блин. Нет, давай я тебе вот этот один дам и Нептун. Я... Блин. Ну, карбон, столько карбона. Блин, я эти скины могу просто на изи выбить. А это нет, не смогу, блин. Братиш, давай я тебе вот так вот дам. И тогда я согласен. Блин, убираешь, нет. С тобой трейд не пойдет. Давайте с кем-то снизу списка. Вот этим, например. Так. Вот этот. И вот этот скин. Что ты мне за них дашь? Блин. Ничего не дает. Это печально. Вот этот. Руби, ты что, гонишь? Ого. Бро. Бро. Мне не надо 37 ру... У меня тоже есть, знаешь, у меня тоже есть много дамасской стали. Мне не надо такие... Мне не надо такое помойщи, извините меня. В принципе, ребят, какое-то такое обновление у нас вышло. То есть тут есть активные трейды, похоже, что... А, нет, тут есть ваши лавочки. Тут есть ваши скины. Подожди, edit your stand. Вы можете повесить свои скины на продажу. Price per skin. Вы можете продавать скины! Я только это сейчас узнал. Подождите. Например, три... Один робукс. Кванити один. Нет, давайте за 20. Конфирм. Например, вот это продадим за 5 медалей. Кванити один. Кванити это, если что, количество. Давайте сейчас... Ого! 16. А, нет. Получается 1. Что это? 7? Ладно. И прайс, наверное, не знаю. Давайте 2 робукса укажем. То есть вы можете продавать свои скины. Ну, похоже, что тут немножко все забагано. Или я не до конца разобрался. То есть, если вы получите репутацию хорошую, вот тут вот, репутейшн, вы можете круче и круче себе стенды делать. С, например, вот такого. Как у меня, где мы. Вот такого, как у меня, например, к вот такому вырасти. То есть это действительно очень круто. И тут спаун тоже красиво сделанный. Подождите. А, тут надо играть в хаб, короче, 30 минут, чтобы вот здесь стенд занять. Это чтобы поближе было, короче, стенд, чтобы к вам больше подходило. Ну вот этот, кстати, неплохой такой, реально. Вот это, комплит 5 трейды, чтобы разблокировать этот стенд. О, тут, кстати, ники так... О, вы сразу можете его инвентарь просмотреть. Ну-ка, давайте посмотрим, что вот этого. Так, вот этого. Блин, что? Это как? Это как? Ну, в принципе, ладно. Как-то так у нас получилось тут... То есть, есть кнопочки, типа, история вашего трейдинга и, типа, ваша репутация, типа того, что-то. Что-то у вас, Кизмо, так не задалось как-то с трейдами немножечко, но, в принципе, более-менее обновление. Я думаю, что это видео схожу твейка, потому что автор уже заговорил, что у автора болит язык говорить. Короче, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.